Подарок от президента. К Новому году Пенсионный фонд России перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям и опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, которым на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8. Размер выплаты 5000 рублей на каждого ребенка в семье. Обращаться за пособием и писать заявление не нужно. Пенсионный фонд оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Заявление понадобится только в случаях, если ребенок в семье появился после 1 июля этого года, а также если родители еще не обращались в пенсионный фонд ни за одной из выплат на детей. Стоит побеспокоиться и тем, у кого изменился счет, на который приходили деньги. Заявления будут приниматься до 1 апреля. Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.